И сегодня мы едем в Лей. Мне надо уже выезжать. Все, уже нету, как это называется, регистрации на рейс. Ой, девочки и мальчики, только проснулся. Сейчас, короче, будем работать. Завтрак. И погнали. Ой, ребятушки, а вот так вот выглядит утро с номера нашего. Как выглядит утро? Я сейчас сонная. Вот такой вид я имею в виду. Очень красиво, мне нравится. Шикарненький вью. А там еще, вон, смотрите, Мариот. Тут вон зеленая травушка. Ну ничего, 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 так прикольно. Сейчас находимся на Беверли-Хиллз. Сейчас у нас подготовка к съемке идет, так что буквально уже скоро поедем на локацию. Покажу вам немножко локацию, где мы будем снимать. Ну, что я могу сказать? В Лос-Анджелесе очень прохладно по сравнению с Майами. Мне прям очень холодно. Я вот еще взял сейчас плащик. В плащике тут хожу, все равно холодно. Но тут красиво. Съемка у нас будет в горах. В горах, девочки. Просто посмотрите, какой вид шикарный. Так, локация у нас, походу, вот этот вот домик. Единственное, я немного не понимаю, как я буду фоткать. Ну, допустим, если я захочу. Ну, типа, я же не смогу тут встать. Но вид, конечно, шикарный. Блин, страшно, девочки. Прикиньте, так... Сейчас кубарем отсюда упала, повалилась. Так, ну вот так вот у вас сегодня ваша мадемуазель выглядит. Вот, видите? Ну, в целом, такое, конечно, себе тут фоткаться. Я, конечно, надеялась на что-то получше. На фотографиях выглядел дом побольше этот. Холодно еще, девочки, холодно. Я вот не понимаю, правда, как мне тут... Они бы хоть чуть-чуть подлиннее бы сделали вот эту вот штуку, потому что я не понимаю, как я фоткать буду, откуда я буду фоткать. Господи, девочки, это такой наклон. Мне кажется, я тут сейчас реально повалюсь и кубарем покачусь. Но очень красиво. Мне нравится. Виды тут шикарные. Воздух свежий. Кстати, тут не так прохладно, как в городе. Кстати, смотрите, лошадь купила. Недавно совсем. Могу себе позволить. Шикардосненько. Масочку можно, в принципе, снять, думаю. Сейчас, короче, будет у нас съемочка. Я не знаю, сколько она у нас по времени будет. Короче, не знаю, что у нас тут получится, но надеюсь, что будет что-то прикольное. Так что сейчас буду уже готовиться к съемке. И увидимся с вами после. У нас, походу, в номере призраки, потому что что-то непонятное происходит. Но мы не включали эту лампочку. Она какая-то автоматическая и... Она и днем мигала, когда днем она тут вообще не нужна. Мне кажется, это дух какого-то актера тут. О, боже, мне страшно. Вот это как раз на фотографии, которая на вот этой. Она тебя смотрит. Ну это жесть какая-то. Мигни, если ты здесь.
утро. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас по планам съемочка. И, наверное, просто погуляем где-нибудь, может быть, что-нибудь посмотрим, может быть, что-нибудь еще вам запишу с улицы. Смотрите, какой вид. Шикардосный. Перфекто-перфекто. Если я уже морально готовлю к Майами. Сегодня утром, когда проснулся, немножко было чувство, как будто простудился. Ну, потому что после Майами из жары и в LA хоть и, ну, днем тепло, но такой ветерок прохладный. И сегодня вот проснулся, было ощущение, что простудился, но сейчас после душика чувствую себя вообще окей. Я до сих пор не могу накайфоваться просто вот этим видом. А можно, пожалуйста, потише? Я тут снимаю. Классненько очень. А то у нас чё? К соседям на балкон посмотрим, давайте. Так, девочки, лук у меня сегодня вот такой. Там никого нет. Погнали. Уходим, уходим. Уходим. А, хорошечного всем настроения. Смотрите, ребят, тут рядом с отелем, короче, растут лимончики. Блин, прикольно. Так, ребят, сегодня у нас съемка происходит вот в такой локации. Мне очень нравятся тут большие окна. Такое все беленькое, аккуратненькое. Вид, в принципе, ну, типа, пойдет из окон. И тут, видите, разные виды окон. Это классненько. Ну, также вон, можно просто белый фон использовать. Но в целом, короче, очень классная локация. Такая приехала. Лос-Анджелес покорять. Лос-Анджелес. Уля-ля. Уля-лю. Давайте тут ляжем на полу. Я надеюсь, тут не ходили по полу. Ну, наверное, ходили. Я сейчас какого-то чудака снимаю. Он странно себя ведет. Че он встал на дороге? Идет прям по дороге. Что-то ищет, ходит, катит. Че он делает? Что носится? У нас при отеле заведение, и тут вот подают хлебушек в самом начале с маслицем. И вот этот хлеб с маслом и вот этими, что это, палочками хлебными, очень вкусный, просто вообще до безумия просто вкусный. Лимончики у дома. Какая-то машинка тут, я в машинках не разбираюсь, скоростная. А, Ламборгини. Там еще какая-то машинка. Так, девочки и мальчики, вашей мамочке подарили розы. Видите, какая у вас мамочка красивая, что даже с бодуна ей дарят розы. Так, смотрите, какая красота тут у нас. Что это такое? Что за порнография? А это у нас... Вот мы там кушали, сидели. А, мы сейчас на Родео Драйв, да? Да, короче, мы на Родео Драйв. Очень красопетно. Вон какая-то люстра прикольная, шикарная. Люди шикарные. Так, ну мы, наверное, пойдем. Через 2 часа у меня флайт. Вылет. И вот мы сейчас решили немножко погулять.
и уже поеду в аэропорт. Блин, надеюсь, что я посплю в аэропорту, потому что... Ой, в аэропорту. В самолете. Потому что если я не посплю, то завтра я прилетаю в 8, а в 9 мне надо быть на работе. И потом, если я, опять же, не посплю, то мне 8 часов придется работать в коматозном состоянии. Ты так обычно и делаешь же. Ну, плюс у меня будут, мне кажется, какие-нибудь приступы. Чего, эпилепсии? Ну, что, ну или я не знаю, у меня же был этот, как его, панические атаки. Короче, смотрите, тут в отеле в этом, в коридоре, вот всякие вот такие фотки знаменитостей. Это вот тут вот лифты. О, вон там кому-то что-то принесли, пойдемте покушаем. А, это они уже поели. Так, ой, какая хорошая фотка. Ой, короче, смотрите, тут еще вот на первом этаже есть такая комната, где там типа, ну, сидеть, я не знаю, расслабляться. И вон в шахматы играть. Или на пианино. Книжную, такая типа полочки. Короче, осталось буквально мне час до выезда в аэропорт. Я сейчас, вот мы только пришли обратно в отель. Я сейчас быстро иду, приму душ. И уже, наверное, буду быстренько собирать вещи и выезжать. А, так не хочется, но придется. Все, девочки и мальчики, я, короче, в душик сходила. Еду в аэропорт. Немножко грустненько уезжать, но что сделаешь, ничего. Прощаемся, давайте, с этим заведением. Уходим отсюда, девочки, уходим. Прикольно, кстати, было вот тут сидеть. Вон там мы ходили, кушали в этом заведении при отеле. Так, где мое такси? Где мое такси, я не поняла. Подъедет за мной сейчас какой-то черный кадиллак из Каледы, блин, или я не знаю, как он так называется, или не так. Короче, черный кадиллак должен быть. Уже где-то он тут подъезжает. Ну где ты, где ты? А, вот он, все, он едет. Я вижу, 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 вижу его. Ну да, наверное, это оно. Hello? Тима? Yes, correct. Я уже, короче, в аэропорту. Вот у меня JetBlue. И я вот сейчас, по сути, без очереди, без всего, спокойно, быстренько пройду. Чувак там сидит, отдыхает. Ну, ничего, такой маленький какой-то аэропорт. Или это только вот, я не знаю, какие-то тут специальные самолетики отдельные. Но вообще JetBlue хорошая, типа, фирма. Авиакомпания, точнее. Короче, прикол. Я стоял в линии, где там, типа, вот для VIP, ну, блин, клиентов. И они мне такие, типа, в следующий раз, пожалуйста, идите в общую. Ну, раз вы уже тут, мы вам сделаем. И у нас поменяли гейт. Сейчас у меня 50-й. И я вот иду к нему. Сижу я у окна. Так что это супер. Ну, вот билетик. Мистер Тимофей Марсо. Прошел досмотр, все нормально. Сейчас вот пытаюсь найти кафешку где-нибудь посидеть, поесть. И пока ничего не могу найти. Все либо закрыто. Походу... Никакие кафешки не работают уже. То есть я не успею, ну, точнее, не покушаю ничего. Блин, ну это грустненько. Ну ладно, возвращаемся обратно. Но я уже точно, мне идти не надо чекин делать, потому что у меня все уже место есть. Я сижу у окна. Короче, как и так, ребята, уже думаю, на этом будем заканчивать. Сейчас полечу обратно в Майами. Ну и под конец этого влога вот тут у нас долг кэш, который у меня сейчас. Ну, такое. Но я говорю, в любом случае, все будет лучше. Когда-нибудь станет все намного лучше. Надеюсь, вам понравился этот влог. Оставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте делиться видео, потому что это помогает моему каналу. И я надеюсь, вам хоть чуть-чуть поднялось настроение. И всем пока-пока. Увидимся в следующих видео.